Я хочу не страдать, но при этом играю всегда чем, да? Что-то не то. Всем привет, друзья! С вами Вадим Вакахаус. Случилось, я завел бумажечку по арене на Марсе. То есть, как бы карта меня зацепила. Блин, от меня крип бегает, гад. То есть карта реально интересная, прикольная арена, разные герои и так далее. То есть, в принципе, вот что я очень давно хотел, чтобы создали что-то типа Эвикса, но не Эвикс. Потому что, ну, Эвикс уже приелся, мы в него 100 тысяч миллионов раз играли. Я играю за алхимика, он дает инком. Очень много денег у меня будет, надеюсь. Если не придет всегда, че все не испортит. А он испортит, он голевик. Какой он голевик, он же пуш. Он, кстати, тут рядом бегает, Каздина. А у пуджа плюс 100 атаки в начале. А Марс вообще на Марс арену обновляют вообще? Да, постоянно. Да. У меня пассивка, есть шанс получить доп стат, точнее нет, получая два стата, а не один, там что-то такое, но при этом статы белые теряются, как бы, то есть немного, может, сомнительная тема, то есть видите, у меня минус 2, минус 3, вот, можно это как-то занерфить, но тогда будет меньше инкома, а кто хочет меньше инкома, никто, уходи отсюда. Ладно, явно не Вадим. Да, ну, драться, мне кажется, двум фулл хпшным героям не самая лучшая идея, кто-то не, я бы тебя убью, на самом деле, просто. Да, ты сильный прям? Блин, почти. Хим с фула обижают. Да. Блин, пуш, конечно, бешеный. Вначале у него крюк на 100 атаки есть. О, 5 левел, ее. Найс. Блин, меня бесит, что изучить статы не... О, так, подождите, кто это? Тоже фул хпшный чувак какой-то. Ну, прикольно, что мы друг друга не убиваем, потому что реально, блин, это не очень. В Эвиксе вот реально заспавнишься, какой-то чувак об тебя суицидится, ну и такое себе. Вначале я особо денег много не получаю, то есть... Оп. Не, ну в Эвиксе-то вначале все-таки есть мины, которые очень... добавляют динамики. Ага, ну да. У меня получается первый спел, он меня хиляет на 500, но потом у меня потихонечку уходит хп. Такая вот сомнительная тема, и к тому же он дает скорость атаки. Второй спел превращает крипов в золото. Но как бы их надо ударить. А если я соберу айтем, который является местным аганимом, то, соответственно, все будет круто. Вот, в принципе, как часто пишут, типа, Вадим, там, разберись в карте, то сюда, если карта интересная, я в ней разберусь. Может быть, первое видео будет странное, хаотичное, но у меня ник такой, блин, вы на канале 2К Хаос, и вы недовольны, что тут недостаточно все систематизировано, блин. Так, там кто-то был, блин. Что-то опять как-то так тускло все видно. Вот самое, наверное, большой минус этой карты после не... Предметы. Чего? Предметы говорю. Ну, про предметы уже говорили. Про предметы уже говорили, но сам... да. Но вот этот красный ландшафт, вообще непонятно, кому он к черту сдался, зачем? Потому что это Марс-арена. Ну, так-то да. Ну, блин, можно было назвать Сникерс-арена, но тогда коричневая была. Не знаю, короче. Блин, а кстати, тут же есть это магазины, у которых есть эти монетки. Вот, ну я что-то, блин... Вот тут труп, тут кто-то был. Но я что-то там не хожу, не знаю, может, зря. Мне скорее нужно получить 10 левел, мне нужно еще получить, ну вот эту штуку на жизнь купить, дополнительными, блин, пуш тут бегает. Ну пуджа реально плюс 100 атаки, вообще с ним лучше вначале не конфликтовать. Ну смотря кому. Не, ну вначале пуш-то, наверное, любого развалит, вот в самом. Ну, Магнатавр там, по-моему, тоже дикий в начале. Есть еще герои, прям дичайшие на первом левеле. Ага, ну может быть. Ну да, тут также и пишут, типа, герой сильный в начале. Так, блин, что-то чувак нормальный такой. А, блин, мы дрались и дуэль. Ду-ду-ду. Урса, наверное, победит, мне кажется. О, я вот за этого Блейда играл. Приятно. Ну, Блейд прикольный, пацан, да. А Женя, получается, за обоих этих героев играл? Да, да, да. Так, найс, я убил Химсула, еее. Неплохо, но он, кстати, высокого левела, и мне, кстати, дали кучу всего. Так, ну-ка, кто тут у нас есть еще? Получается, такую штуку я делаю и получаю доп деньги с крипов, причем, ну, такие уверенные. Но единственное, конечно, мне надо бы... Ого, найс. Ну-ка, ребятки. Вадим, а ты звал людей через группу, да? Да. Ну, да, ребят, всякие. В группе бывают посты, ребят, обращайте внимание. Можно поиграть с Вадимом. Ну, я не через группу, через конфу. В контактовскую. Да, и в нее не попасть. Да. Самые нормальные подписчики, которые прям там смотрят видосы, они уже там. Хотя, может, это
оскорбляет кого-то из подписчиков, что они ненормальные. Не, ну что, у меня W уже есть шарик, как бы. Сейчас, по идее, бабки должны попереть. Нормально. Потом качну радиус. Блин, да что такое? Крипы. Уже нету. Ну давай подеремся, если так хочешь, блин. Просто какой смысл? А где ты настоящий-то, алё? Ну что толку-то, Женя? Я не понимаю. Это карта о фарме. Да не, я забыл, что сейчас день, я ночью сильный, типа. Ну, а я забыл, что я люблю фармить. Так, ну чё, кто тут есть-то вообще? Так, ладно, идем сюда потихоньку. А вот тут есть товарищи. Ну-ка, все сюда. А, блин, эти губки вонючие регенятся. Понятно. А, нормально. Кто сам вообще на пудже там играет? Понятно. Тосфорс убил Сигдача, вот это да. А Тосфорс за скелет играет. Тосфорс убил же героя, на котором прошлый раз играл. Ну, скелет самый имбовый герой в карте, так что... Так уж прям самый имбовый, сейчас-то я, по идее, слабый. А, нет. Это тагильный вот скелет, это, что ли, да. Безумный? Ага. Он Химсу меня взял, спокойно развалил. Ой, найс какой. О, да, вот. Да, сейчас деньги прям ко мне прут безумными темпами. Опять-таки, блин, вот сравнить с тем товарищем, который статы бесконечно стакает, и его там милишники вообще никогда не убьют. Потому что они замят возвратки, на котором всегда играл первый раз. Ну так слушай, он первые минут 20 вообще тупил и как бы получал хотя бы опыт за счет того, что команда что-то тащила. Так-то... Так, ну а тут что, крипов стоишь, убиваешь себя? Или он, да? Убежала в портал, что за... Ну да, я тоже после того, как с тобой подрался, тоже портал свалил, типа, чё фигить-то? Так, ребятки, собираемся, а потом у меня радиус будет еще больше. Вот этой штуки. То есть, видите, они становятся золотыми, но когда я соберу айтем, они как бы автоматически будут... Автоматически идут по трупам. Автоматически собираться в колду. Да, это вообще огонь. Блин. Главное, что крипов особо добивать-то не хочется просто так. Ну, типа, бесплатно добивать. Блин. Это, могу вам сказать прикол один. Если в эту... Господи, в лошадку положите сапоги, то она начнет быстрее что? Бегать. А если что положишь? Сапоги. Просто сапоги. Кладешь в эту. В лошадку, а то она очень медленно бегает. А сапогами начнет нормально перебегать. Я пока не такой богатый. Блин, надо вот этот тайтан на ману купить. Как-то. Ой, блин, да, в эту карту только с закрытыми шторами можно играть. Даже суровое питерское солнце все равно пробивается. Так, чё, покупаем амулет маны. Все, мне осталось 900 голды, и я получу вот этот разваливательный айтем. У нас с Женей вчера произошла дискуссия ВКонтакте по поводу того, что собирать. Мне кажется, что сразу разваливательный айтем. Так, ну-ка, сейчас сможем ли мы развалить этого товарища? Да, можем. Разваливательный айтем это какой-то? Ну, этот, который радик местный. Блин, то, что плюсик не на О, это мне столько раз вынесло мозг, я просто не могу, блин. Да, кушка у меня неистовая. Тут ничего не скажешь. Так, берем радиус W. Ой, тут мясо валяется. А, это пуджовское мясо. Так, и все, сейчас получается я одновременно собираю айтем на развал и одновременно делаю большой радиус. Это прям вообще огонь. Так. Блин, а эта женщина меня победит. Ну ладно, нормально, задаю сейчас таргет. Ты чё, какой ты... Ого, а как я отдался? А как ну, я отдался? У тебя пушка, тебя, типа, снимает хп тебе. 50 хп в секунду. А, точно, лол, ну я красавчик. Так, чё, идем, все. Теперь у меня есть айтем, который разваливает крипов, и у меня есть огромный радиус. То есть, смотрите, хоп, деньги... То есть сейчас я буду зарабатывать просто неистово. Осталось вот собрать какой-нибудь айтем на дополнительный опыт, что-то еще, и все будет зашибись прям. Да блин, ребят, ну давайте все сюда. О-хо-хо-хо-хо, 1500, 1600 за каст. Вот это я понимаю, игра пошла. Надо было брать героя, который деньги ворует. Ну всегда чау, он уже выпал. Он мне первым своровал. Да это Голливикс, это немножко не то, а вот можно было взять другого нина. Офигеть, ты, Женя, разваливаешь, конечно. Ну это, конечно, чел, наверное, первый раз играет в эту карту, типа. Но тем не менее, развалился он уверенно. Ну я в целом не очень слабый. Так, все, нормас.
Сейчас надо тогда ботинки на опыт сразу собрать. А там же, по-моему, все составляющие ботинок на опыт на базе, да? То есть даже ходить никуда не надо особо. Вокалите. На 30-м левеле получается у меня спелл, который сбрасывает с меня КД. Ну, типа, и зашибись. Ой, сбрасывает с меня, точнее, эффекты всякие негативные. Так, ну что, можно идти к магазинчику потихоньку. Хотя можно дофармить уже до чего-то существенного. Там Пикельжар сидит расстраиваться, что без него играют. А чё, он дома, нет? Да фиг его знает, нет вроде. Так а чё расстраиваться? Пусть работает, пусть такой же асоциальный товарищ. Как и песок. Сам ты асоциальный, понял? Мы нормальные задроты, днем играем в Warcraft, а ты там работаешь, деньги получаешь, чего ты вообще? А, куда вы? Блин, все разбежались, что ли? Козлы. А тут еще Женя. Блин, а я слабый. Но с другой стороны, в принципе, можно и отдаться. За сапогами, считайте, сходил. Ну, кстати, нормально, учитывая, что я вообще купил айтем, который мне дает только убийство крипов мгновенное. Я доволен своим положением в обществе. Так, что там, перчатка скорости и, по-моему, какая-то вот такая вот должна была быть фигня. И потом еще так и так. О, найс, все, у меня улучшенные ботинки на опыт. А, теперь покупаем что-нибудь такое. Блин, я единственное не слежу за монетками, это прям ошибка. Возможно. Так. Блин, что-то трех крипов всего превратил. Можно было получше. Ооо. Так. Вот это я понимаю. То есть, получается, видите, мне бить крипов-то особо смысла нет. Да блин, давай уж W откатывай, сейчас сдохну тут нафиг. То есть я еще отхиливаюсь, когда эта штука работает. Но я мог бы сделать так, что у меня сильно статы белые бы вниз не скакали. И тогда бы радиус W был бы ниже. Вот непонятно, что лучше. Ну, кажется, что типа лучше все-таки зарабатывать большие деньги, а статы потом покупать как-нибудь. Которых нельзя купить. Ну, купить айтемов за 20 тысяч там фул слоты. Я тогда красного убиваю, мне как-то даже обидно. Вернее, не обидно, а стыдно его убивать. Он такой хоть слабенький. Красный это этот разор, который? Да. Имсула как-то не обидно убивать, он как бы... Он хоть герой с героем примерно адекватный. Блин, ничего себе, скелет бешеный вообще. Угу. А, так да. Он еще и возродился, лол. Ну, у него перерождение, 100% вампиризм. Не 100%, 100% вампиризм у меня потом будет, пока только 20%. О, бедный. Пипец, да. Перерождение еще. Да, красного еще решили как бы унизить не только на базе. Ну, а что-то с красным прям вообще не очень хорошо обходятся. Так, что, собираем мечик? Я тут себе написал 4 рецепта. Так, ну-ка, я всегда чай развалю. Я себе, кстати, тоже 4 рецепта написал. Чай. Задроты. Ну, я по примеру Вадима, да. Я всегда чай развалил, юху, где моя медаль? Блин, я опять кнопку... Надо просто... Блин, да ёпарасы ты, отстань ты, гад. Нам надо Тосфорс убивать, а не свеча. Да, всегда чаще, ой, точнее, Тосфорс сильный. Всегда чаще опасный. Да, отстань ты уже, ну буду бегать, блин, не убежал. Всегда опасный, Тосфорс противный. Так. Мечик мне еще нужен, блин, на мечик не хватает, да, чутка... А вот сейчас монеточку возьму, оп. И нормас. И хватило. Так, ну чё, главное, короче, не попадаться гадскому Тосфорсу, который вообще, ну, типа, смысл убивать... Вообще, перерождение в таких картах... Ну, вообще, у арен есть какие-то, ну, особенности. Например, на арене, когда у тебя один герой вообще контролит... Ну, одного героя ты контролишь, очень тупо делать станы какие-нибудь, особенно долгие. Вот всегда сейчас самоуничтожился. Отличная история. Да. Я вообще думал, первый ливнет красный. Красный или там этот оранжевый, розовый. У них герои не очень. Но ого, у тебя 10 килов. Но оправдал наши ожидания. А, розовый ливнул уже. А что, дроп ну, не ты работает? Не можешь, ты же не хост. Ты же даже не на красном слоте, а там повлузим. Может быть, может. Что с тобой не так? Ты... СФ то всегда. Лучше бы Тосфорса выкинул.
Ну так вот, еще, конечно, ну, мы в какую-то арену играли, вроде прикольная, но там реально есть глобальный стан по всем героям, как бы, ну, и то есть, соответственно, несколько человек, пассивный даже, по-моему, несколько человек такую фигню собирает, это просто грязь какая-то, получается. Так. А может, там есть глобальный антистан? Может быть. Тут Форца сдох, что ли? Тогда. Ну, я себя убил, точнее. А, медалька или что? Тогда. А, ты купил медальку? Тогда. Ого, для того, чтобы левелы получать или что? Ну да. Ничего себе, блин, а я вот я медальку не выписал рецепт. А расскажи, пожалуйста, что там, где надо? Золотое кольцо в этом, в гоблине, точнее два. И диверсионная цепочка в этой, в наге справа. Блин, а отлично вообще. А перерождение вообще постоянно? Конечно. Вообще невозможно убить. Найс, чё. Ну, ну кто играл, скажите, скелетом? Как это работает? Блин. То он и играл скелетом. Он играл скелетом. А, да, понятно. А золотое кольцо одно или два надо? Два кольца. У меня как раз сброс станов есть, по идее, но мне надо, чтобы он прокнул, типа, четко в нужный момент. О, Женя убил ливнувшего сигдача. Силы не пахнут. Блин, блин, блин. Ой, что-то я рано я пошел юзать W. А тут Грифон что-то убивает крипов. Алло, ну отстань, это мои крипы, и мы их дуем. Так, ладно, ладно, ладно. Ёшкин кот. А, кстати, герой-то вот этот, я же за него играл, он потом суперсильный. Да, прикольно, чтобы крипы не стильнули чувака, можно... Можно самому стильнуть чувака. А что там, цепочка у Наги, да? Да, у Наги цепочка. Как там кто-то спросил, какая там... А, меня убили, пока я смотрел чатик, ладно. У меня еще забавный артефакт, тут же у каждого героя есть базовый артефакт, у меня артефакт прикольно. На доп-обзор. Ну нет, короче. Артефакт алхимика вообще какая-то дрянь непонятная, зачем нужно ему. Это такой бред. Бедный Урса. Фармил Урса, пришел я, все превратил в золото. Ох уже эти инкомеры. Что-то у меня интернет упал, сорян. Да мы не против. Какая незадача. Да. Эх. Бля, как цепочка у Наги называется? Что-то я туплю. Диверсионная цепочка. Чё, блин? Ну, а... Диверсионная, по-моему, а не диверсионная. Господи. Это в Наге? А, ёбрысты, а почему цепочка? А я смотрю цепочку, я ищу цепочку. Да, на же цепочка не похожа. Жесть, конечно. Не, ну прикольно, приходишь, какой-то нубас фармится, ты продаешь всех крипов и нубаса убиваешь. Да, надо бы, конечно, было бы мне разжиться курьером в такой игре. Ну, я вообще сразу же курьера купил. А, ничего себе. Как появился на карте. Потому что, блин, у меня уже 8500, но я денег получаю еще безумно. Сейчас я могу вторую пассивку качнуть, кстати. Ладно, да просто мимо меня прошла, ну ладно. Прошла и прошла. Тогда. Чё бубнить? Так, а чё, куда я иду-то? А, за двумя золотыми кольцами я иду. Ну я так-то этот, чисто я сам курьер. Хожу, убиваю людей, убиваю крипов. А я на базу попал. О, книга уровня. Найс. Так, у кобальта, да? Если ты разваливаешь быстро. Кольцо раз. Ну так вот, Китайк меня вообще мгновенно развалил. Кольцо два. Так, все, теперь при смерти я буду получать уровни. Это неплохо. А еще могу просто отдать. Кстати, да, уровни. Уровни, да. Не знаю, у меня 48-й, без медаль. Красавчик. Ну ты вообще фармишь как-то. У меня 45-й с медалькой. У меня 45-й с медалькой, но я ее еще ни разу не юзал, я только ее собрал. Это вообще вот моя любимая моделька из Варика. Я обожаю. А я помню, ты в какой-то арене за нее тоже разваливал. А это в Эвиксе было, когда первый раз в Эвикс играл. Мне выпал тогда этот нож с коробки. На 110 урона. Не, я помню, мы в какую-то еще упоротую арену, там, где вот злой больной вместо Wicked Sick пишется. Там тоже что-то такое было. Может быть, не помню. Алло. Где мои скиллы? Блин, я не отдался. Блин, я нубас, надо было отдаться медалькой. А, так я сейчас, получается, сдох, я получил 3 левела. Возьму книгу уровня, я 50-й, и сдохну еще раз. Лол.
Ой, жесть. Я сейчас 53-й буду, получается. Жесть. А мне, получается, на 60-м левеле я там просто статы буду получать, так что... Да, дичь. Ну, за продажу крипов. Монетка. Так, осталось понять, что еще собирать-то, блин. А, пиратская треуголка сильная вроде как. Да, еще какие-то реки уже собрал. А, вот что он меня побеждает. Ну, я пока собрал айтем и чисто вот на выход как бы в лейт. А тут Женя... Ну, тут... она и в лейте нормально будет. Ой, не в лейт, точнее. Ну, выход в лейт, в смысле, ну, на инком туда-сюда. Туда-сюда, инком там, да? Да. Блин, ну, конечно, интересный айтем на дополнительный вижен. Так, все, 53 левел, я сейчас с обилкой, я прям сильный. Надо то... Блин, я курьера только не купил. Ой, ёпрст, я случайно ульту нажал вместо плюсика. Так, кто дерется-то? Урса. Ну, Урсу поработят, наверное. Ну да. Но у него ничего нет. Интересно, а я ульт по ульте... А, я не попал по ульте, нормально. Ну, или началась дуэль. Так, где крипы? Да сгинет крип. Да ёшкин кот. Я не понял, что... Я лагал, да? Да нет, да. Я просто адски что-то... Ну, меня как будто подлагивает интернет. Ого, дуэль. А чё? Кто с кем? Второй раз Блейд сражается. Да-да, вот это тоже, конечно, минус этой карты. Да ёшкин кот. Так, вроде запаузили, вроде меня отлагало. Короче, конечно, прикольно, вот такую ситуацию я себе создал. Типа, ходи, фарми, получая деньги, убиваешь противников, хорошо. Сдох, ну, как бы 3 левела получил, тоже нормально. А мне 3 левела сейчас очень... По сути, мне сейчас очень надо отдаться, чтобы получить 3 левела, чтобы получить 60 и получать статы. А сколько монетка стоит? Ну, точнее, это медалька. 2000... А, 3000 сколько-то там. Давайте командно сыграем в Марс как-нибудь. Да мы уже играли. Команда отдавателей, типа. Ну, сыграем командой, когда мы уже шарим, как играть, нет? Ну, команда интереснее, что играть. Не знаю, мне не нравится. Так, а если тебе радость? Саппортить будут, а? Да, а что саппортить? Ну, смотря кто, если да. Дима, который, ой, саппорт, ой, мне это надо. Блин, а что опять лагает-то? Так, мне нужна какая-нибудь пачка крипов, и нужно, чтобы лаги кончились. Пожалуйста. Игра. Так, нормас. А, можно сейчас отдаться и... А, блин, КД не прошел. Вот с этим КД, конечно, странным, что он горизонтальный. Точнее, какой? Да, горизонтальный. Это иногда путает, на самом деле. Так, что мы сейчас? Прожимаем W. Получаем 60-й левел. Прожимаем медальку. Отдаемся. Какой левел-то можно? Мастер отдачи. 63-й. Норм, конечно, 60-й. Я тут монеток пособирал. Крипы уже довольно сильные стали. Ну, мне это пофиг. А ты взял Мефисто? Продажник. Чего взял? Мефисто. Конечно, я первым айтемом его собираю. Я же говорил вчера, что я собираюсь его брать первым айтемом. Потому что, блин, это же супер-мега тема. То есть Мефисто, напомню, это аганим, который усиливает спелл, и у меня он усиливает спелл, соответственно, вот этот. Ой, тут рядом грифон, что ли? Блин, у меня 20-ка, пойду уже куплю ай. Ой, грифон, ну-ка. Ну, шкиталик меня убивает, и ничего. Мана есть, убиваю, мана нет, не убиваю, очевидно. Ну, у меня без разницы, что есть. Воскрешалка есть, нет, без разницы, все равно умираю. Ну ты офигел, блин. Так, ну что, да, кто быстрее дойдет до айтема, я или конь? Я соберу, наверное, айтем, который дает силу и шанс забашить, потому что баш это сильно. Это который за 20 тысяч? Да, но у меня денег очень много. Ой, блин, я посмотрел, закупался. Можно, конечно, еще было бы купить айтем, который дает дополнительный инком, но мне кажется, что тут лишнее. Да поздно, ну да, типа, смысл. Ну да, уже денег вагон. Слот занимает. Седьмой слот себе купить, восьмой слот купить, да? Коня собрать. Восьмой слот по матч. Типа, собрался W проюзать, положил айтемы. На этот, на доп голду, да, и потом... Брал, так... Конь. Конь, кстати, быстрее дошел. Найс. Он еще 100 силы дает. Но проблема в том, что, блин, сейчас надо собирать сборный. Кто меня бьет-то? Я не могу понять. А ну сюда. Блин, отдался я. Ну хотя пофиг, 3 левела. Просто у меня сейчас этот, прошло бы какое-то время, я бы W заюзал бы. В чем фишка? И получил бы, отхилялся бы. Ну, во-первых, получил бы деньги.
что важно. Вадимовская лошадка тут бегает. Да, есть такое. Где? Где я вообще? Где лошадка? Где я? Блин, ну как дойти к себе лошадкой? Это самое сложное в этой карте. Сапоги в нее купили. Как не лагать в этой карте? По всей видимости, самое сложное. Ну да, судя по всему, реально сложно. Ну, самое смешное, что я вас-то слышу нормально, ну, когда лагал. Минус урса, короче. Да ё-моё. Давай, давай, давай! Ну давай! Чуть-чуть е! Фух! Где лошадь тут? А, лошадь на базе, короче. Чё за фигня? Она, видимо, случайно зашла в телепорт, у меня портал, такой. Да, лошадь, бедолага, блин. Я тебя как раз искал, убей меня. Кто там? Кто кого должен убить? Да, ёшкин код, опять от грифон, чертов. Ну, а, ты типа, чтобы медальку зажать? Какой бред. У меня воскрешалка не дает просто так. Тут спорт не меняшка просто. Он просто собрал медальку, но не может с ней умереть. Ну так вот, для этого есть ты. Кстати, Разор что-то там жахает даже, у него же W отражает с пылы, но только вот это уже не отражает, там 6 секунд, по-моему, что-то такое. О, монетка. В первом видосе по этой карте, кстати, люди адски горели, что я не прочитал, что щит молнии дает защиту от магии, но потом-то я прочитал, и получается, что потом я это юзал, чтобы, ну, юзать пассивку, которая дамажит всех вокруг. То есть меня, блин, люди, которые гнали на меня за невнимательность, сами невнимательно посмотрели. Это, конечно, какой-то комбо. Деле, вполне может быть, что ты просто что-то еще не дочитал, потому что... Не, может быть, вполне, да. Но у него прикольный ульта, что он всех вокруг дамажит. Ну, что твой спелл, который дамажит всех рядом, как бы, что он начинает дамажить в еще нечеловеческом радиусе. Все, кстати, статы я начал в плюс потихонечку выводить, по крайней мере. По крайней мере. Кстати, да, не белая ловкость, на самом деле я ошибся, не белая ловкость. Так, меч, копье, пиратский нож. А, надо сапоги еще купить. Блин, я сдох там от кого-то, я даже не смотрел, блин, я даже ничего не прожал. Меч, копье. Не то, что ты что-то мог прожать. Ну, у меня есть этот обнуление КД, скорость, ну, атаки. И я не тебя салить не мог. А, ничего себе, ты подлый. Так, что, можно сдохнуть? А, ладно, пойду заюзу спел. Я тебе зато 3 левела принес, мне полез. Ну да, 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 красавчик. Надо, конечно, потом все вот эти вот айтемы на продажу, на туда-сюда заменить, естественно. Лошадь, куда ты постоянно попадаешь, блин? Так, хиперстоун нужен, хиперстоун. Давай, лошадь, ты уже с сапогом, ты должна быть супер быстрой. А, стоп, теперь не работает, кстати. Видимо, версия новая, что ли. Я точно помню, что это работало, а сейчас нет. Чего не работает? Оу. Ну, у меня лошадка с сапогом, но она не бегает быстрее. Я точно помню, что это работало. Сейчас нет. Ну, я вам подфиксили. Ну да, видимо. А, блин, это же не реформ, здесь нельзя W зажать. Не, а что, прикольно. Заюзал W, отдался, пошел медалькой. Воскресился, W откатилась как раз. А я, короче, собрал этот Мефисто, но он у меня как-то странно работает. Он, то есть, должен применять мою вот эту АОЕшку, когда я юзаю другие спылы. Но написано, что применяет ключевые моменты. И вот когда ключевой момент у меня наступает? Вот какой я точно не знаю, когда вот этот ключевой момент наступает. Так, что тут нужен? Блин, я забыл. А, хиперстоун нужен. А, вот что-то собралось даже. Так, теперь пиратский нож еще нужен. Пиратский нож у нас вот здесь вот где-то. Да, лошадь, конечно, реально задолбется ходить. Просто как караваны ходят по карте. Но это тупо, что, блин, у меня 10 тысяч, а я не могу ничего сделать, потому что надо собирать айтемы. Ну, то есть мне конкретно в этой карте хватает контроля, типа, героям, думать, что делать там и так далее. То есть, ну, не обязательно собирать какие-нибудь айтемы. Сюда. Ого, то есть это опасно. Ну, такая нефиг тут. Так где ты? Когда ты? Нечего тут. Разозлился-то как? Ну так да, выпил чего-то. Живот бурчит, руки шевелятся сами по себе. Так, что там, пиратский нож-то тут есть? Есть. Найс. Блин, и дуэль какая-то началась. О, кстати, битва века. Ну у меня же сейчас нет леса, так что он выиграет.
Ну, кстати, у меня статов будет адски много, и я... Так, подожди, где лошадка? У меня статов будет адски много, и я, по идее, могу... Могу. Блин, мне, кстати, медалька уже, наверное, не нужна. В принципе, зачем мне отдача? Тогда. Просто мне надо было критически докачать левел. Да, блин. Я, Женя, не мешай, блин. Я, в смысле, не мешай? Я вообще ничего не делал. Ходят тут всякие. Так, лошадь, давай, иди. Я даже не тронул ни разу. Явно же нужен айтем, наверное, который опускает до 5% хп, а он же там еще что-то дает. Так, ну Мефисто... Мефисто мне пока нужен. Да, блин, крипы появляются, не могу с одного места уйти. Да, алло. Эй, ну не злись. Да ладно, чё. Чё, если ты разозлился? О, Женя еще. Перерыв на Женю. Я из стана не вышел, забавно. Да. Ну, потому что у меня КД атаки становится одна секунда. Ну, я понимаю, нет, я понимаю, как это работает. Это было неприятно. Блин, а у меня слоты кончились, что делать-то, а? Расстраивайся. Попробуй купить слотов. Да не получается, надо автору писать. Напрямую за донат. Как в эволюции. А, блин, я же собираюсь кристалл сейчас купить, в принципе. Прикинь, там какой-то 80-й левел талант. Я лошадь почти продал. Лол! Мой спел лошади снимает хп до 2. В смысле, там у нее всего. А, нет, стоп. Забавно, я смотрю, лошадь продамажил, она же неуязвимая. А, ну это же не дамажит, оно как бы делает 2 хп. Так, что там, кристаллик надо купить? Кристаллик 15 тысяч стоит. А, еще надо лично появиться. Ничего себе такое, этот ЧСВшный владелец лавки такой, типа, нет уж, убери своего курьера. Так, слушай, у него там видел какие айтемы дорогие? Он будет еще со всякими лошадями общаться. А что он этот? Так, что, блин, надо с кем-то подраться. Я вот сейчас чувствую в себе уверенность какую-то. Ты знаешь, как какие-то элитные рестораны тебя не пустят в плохой одежде? Вот, да, я сам помню, меня, кстати, в Москве-Сити, блин, не пустили из-за кроссовок, пришлось там, типа, ну, блин, у нас тут встреча, туда-сюда. Кое-как так, типа, посмотрели на меня, как на бомжа, козлы. О, я опять лошадь продал. Слышь, не продавай мою лошадь. А ну сюда, лошадка, скачи-ка сюда. Просто взял неуязвимую лошадь и одну хп оставил. О, ло, тут грифон. Ладно, грифон, ради тебя прожмем спел. Не, ну конечно, я очень... А, у меня же, кстати, еще спел есть. Там что-то склянка с токсином, но я даже не читал, как бы. Я подготовился как к игре, но спел не читал. Ну, она там что-то наносит, 1000 дэмэджа, ну, типа, толку. Патин, который недавно говорил, что как его упрекают в комментах за то, что он не знает, что его обилки делают. Не, ну я поэтому... Нет, я не договорил, кстати, я же тогда лагал. То есть, если карта неинтересная, мы играем все равно один раз, как бы разбираться в ней, читать какие-то рецепты, фигеты. Ну ты приготовился и смотрел, что герою покупать. А если карта интересная... Ой, как видим, ничего не меняется. Ты же сейчас ее убьешь, да? Не знаю. Конечно. Так, Вадим, блин, по идее ты можешь эти ботинки же продать. Да могу, блин. Слот. Вадиму уже не хватает лошадей продавать, он уже на ботинки перешел. Да, все, найс, я впервые, кстати, в этой карте босса победил. Слот же тебе нужен? Да я ботинки могу продать, могу вот эту продавалку продать. Вот, а если карта интересная, то мы по ней будем записывать не одно видео, и в процессе, естественно, как в Эвиксе, я разберусь. А как бы разбираться там в рецептах, читать обилки, что-то там это, потное, по карте, в которую, ну, реально ты играешь первый и последний раз, ну, типа, в чем смысл, по крайней мере. Ну, тем более сейчас реал-лайфы всякие увлекают, старость уже, там, надо бады принимать всякие, не до чтения. Надо, нужны бады на память, Гинка Белова какая-нибудь. Блин, кого можно убить, я не знаю, кто тут есть слабый, то Сфорс, иди сюда. Талант, ты меня убил? Чё, да. Нифига себе, кто Сфорс задрот, чё ты удивляешься? Ну не всё же ему меня убивать. Да ой, нет, блин, он не уяз купил, чувак. Я немножко не да, а чё не уяз-то? Кончайся, не уяз, кончайся, не уяз! О, гад какой! А где у него не уяз-то? Это, походу, видимо, у него обилка такая или что? Нет, это за 20 тысяч можно купить. Так я чуть не увидел у него этого айтема. А кем он играет? Грифоном.
Грифоны вроде не славятся своей неуязвимостью. Нет, у него какой-то спел есть на какой-нибудь абсорб, наверное. Не, он просто неуяз поражал. Так, дайте мне дуэль, пожалуйста. В конце-то, блин, концов. О, Оливера убью. Да, красавчик. Давай, Урса, тащи. А что за у тебя за первый меч? Любитель душ, что-то такое. Это мое, это мой пример. Никогда. Так, ну что, надо пойти кристалл купить лично тогда. Здравствуйте, уважаемый мужик. С какой-то фигнёй, похожей на глефу. Или не, что это такое? Как это оружие называется? Странная демонская палка. Глеб. Алло, Жень, ты умирать-то будешь, не? А что за хрень? Я тебя убил. А почему? В смысле, у тебя просто перестали хп уходить в какой-то момент? Ну, я регенился. А у тебя на лоу хп реген как-то повышается или что? Нет. Я, честно говоря, уже избаловался, что я всех райт-кликом убиваю, даже как-то не это, не потею. Ну, во-первых, ты в стане стоял, ты поэтому меня не убивал. Не, я же себя атаковал какое-то время, потом что-то ты... А у тебя инвиз или что-то? Куда-то потом пропал? Я типа оставляю свою копию. А, у него не уяс, это, видимо, билка, что ли? Да, мне тоже показалось, что билка. Да, блин, ну нормально вообще. А тусорчик Химсула убил. Ну, до этого да. А слушай, ты Вадима убил? Какого хрена? Да, я сзади подошел и убил Вадима. Крыса! Ну вот это было неприятно. Так, ну-ка, 5%. Ну давай! Давай, давай, алхимик, родной, 5%! Ну 5%! 5%! Блин, надо, короче, юзать этот яд. Все, я юзаю главную ульту, вы мне надоели. У меня, по идее, осталось последний слот заменить чем-то, и все. Но я не знаю, чем, честно говоря. Не уязан. Ну, не уязан, как вариант, да. Хорошая идея. Правда, его прожимать надо. Я не славлюсь тем, что хорошо что-то прожимаю. Так, это какая кнопка-то вообще? Т. Ага. О, Женя. Ну-ка. Я ярость прожал. Я без хп был, я только что дрался. А, о, нормас, нормас, нормас. Тут следующий подошел. Что? Походу, сработало 5% в этот раз. Я в прошлый раз его мочил. Ну, алло. Блин, на самом деле на вот это, на иллюзию очень долгий кд. А, это 5% типа? Наверное, не знаю. Наверное. Давай, руби, мужичок, руби! Да давай уже руби! Дети меня что-то крипы просто уничтожают. Нормально? Жал. А, 400 атаки у крипов. Не знаю, не замечал. Что-то больно. Продает тут. Блин, ну жалко, что у меня максимальный левел уже, пипец. Ну на, давай подеремся, если хочешь. А что такое? Алло, где хп-то? Уход хп-то намечается тут, нет? А, 5% же должно прокнуть. Ну прокни 5 правил, фу, развалил наконец. Да, ну тебя прокнуло. Ну вот под конец, да, через какое-то время. Ну когда, блин, у тебя было там 30% хп? Осталось 5. Очень выгодно. А, эта фигня твоя еще и дамажит, получается? Ну да. Интересно, а эта штука может выхилять? 5%. Так. Вот, с 3% до 5 выхилять просто. Ну да, наверное, да. Блин, Женя спектр вонючий взял тут. А чё, блин, последний слот-то всё-таки покупай. Вот если не кликабельное, чё можно купить? Красный, кстати, молодец. Он плохо играет, но не сдается. Чуваки просто взяли, все поливали, слабаки. Ну, я взял меч, который этот... А, вот почему людей мало. Блин, я зря меч-то взял. А что за меч? Я с белую ловкость такую. За убийство. А, на дуэлях или как? Не, за убийство. Ну там 6%. Блин! Блин, ну это, конечно, какая-то фигня. А подожди, что происходит? Ты уходишь в астрал или что? Нет, я... Сейчас я тебя убью ультой Энигмы. А, ёшкинку. А, она тоже у тебя есть, соответственно. Так, я же обещал юзать свою Т-шку. Надо хоть раз я ухожу не в астрал, я ухожу в инвиз.
Так, дайте подраться на дуэли, пожалуйста. Спасибо. Вот, вот, берешь на дуэли, убей его. Спасибо. Файт. Мне бы ульты дождаться бы. А, подожди, Тэшка. Что за? А что это такое? Что это за ядерный взрыв? А, нормальная тема, кстати. Ну, ничего себе, это плотно, конечно. Тусфорс, а ты типа у меня предмет все это увидел? Блин, так эта штука станет, оказывается. Какой? Лол, эта штука станет, наверное, стоит ей пользоваться. Слушай, этот Шидан. Да нет, я его в прошлый раз собирал. А что за предмет? Ну, он там это, ну, Шидан, можешь найти его в этом. Он варбах. Варбах. Да, варбах. А, кстати, у меня могу себе полуорг какой-нибудь собрать. А лайфстил здесь стакается, кто не знает? Стакается? Ну там полуорбы с полуорбами. Не, я имею в виду, типа, один лайфстил с другим. А, здесь же лайфстил даже и не орб, даже и ничто. Чего не орб? Ты куда? Куда? А, да писец вообще какая-то жесть. А что ты сдох? Подожди, а как ты сдох? Ну так твоим, у тебя спелл что-то, видимо, в процентах бьет или что? А подожди, ты в инвизе был, что ли? Да. Я думаю, куда ты босс пропал? Ну давай, покажи класс. Сейчас же китарик тут развалят. А у меня все КД, все сплы в КД, как я развалю? Да, он... Ага. Да. Разваливать 3000. Текс. Блин, не знаю, даже реально инвул, что ли, покупать. Но у него КД минута. Не, Вадим, у меня просто пьет пушка, она чистым уроном бьет. И поэтому, когда встань, просто ты не регенишься особо. А где 5%-то? Она... Можно? Можно 5% отгрузить, пожалуйста? Не, спасибо. Нет, нельзя. Не, ну, мать, у меня просто этот, 4 удара в секунду получается. Потому что 400% к одному, ну, короче, у меня реально... В промахе, ну хватит. В промахе. А, ну не, ну это вообще какая-то жесть. 4 удара в секунду? Ну хотя так это знаю. 20 ударов надо нанести. Ну да, 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 в среднем 20. Ну тогда ладно, да. А что еще есть такое? Типа есть вот что-то стакающее. Неуязвимо 6 секунд. Не, ну реально, походу, надо не вес играть. Ты меня убил сплэшом? Так, да, Кримом убил. Охренительная история. Блин, самое забавное, что вы, походу, нубов понаубивали там, и у вас больше очков, чем у меня сильно. Ну чего? Это уже гитарика. Я тебя тоже убивал, между прочим. Ну да, 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 ну я тебя убивал, а как-то в итоге разница по очкам такая существенная, пипец. Ну, вначале было. Но здесь скиллы, походу, очень сильно решают даже против нубов. Потому что у него очков сильно. Фарм слабый. Чего? Фарм тоже не слабый у меня. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то меня по фарму обгоняет, учитывая, что я с одного, как бы, спала убиваю экран крипов. Короче, дизлайк. Получается, я только хотел похвалить автора карты, что за нубасов там за их смерть всего 150 голды дают, а получается, что толку-то нет. Все равно, как бы, ну, типа, надо ходить охотиться за слабыми чувачками, потому что на крипах ты поинтов не поднимешь. Всегда, за одного крипа один поинт. Ну да. 5%, пожалуйста. Спасибо. Ну, я так добил уже. Чё-то не нужны эти 5%, походу. Шли деньги. А вот, все. Блин, а я, короче... Блин, возможно, я на бумажку выписал не тот айтем, который нужно. Вполне же вероятно. А я забыл, что я не рандомил, и у меня, блин, нету алмаза. Я, короче... Продал ботинки, а, блин, купить не могу предмет. 15 тысяч, нормально. Деньги, получается, вообще тут не решают в этой карте, к сожалению. Инком не тащит. Никто не знает, где сосредоточить ну, да. Знаний. В Наги. Верхняя строчка. А, в Наги просто. По большинству тут тащит чисто героя. А, да, я понял. По Наги. Это всегда чигра... А, блин, если бы я тэшку юзал, кстати, хорошо.
А, блин, я, получается, эту штуку кастую, а сам не атакую чудо. Блин, скелет вообще не пробиваем. А чего у тебя такое этот форс, что ты непробиваемый стал? А я просто очень сильно регенюсь 10% от своей агилы. Ну и армора много, я загильщик. Так что, ХП у меня немного, но вот. А, ну, кстати, могу по приколу собрать айтем, который регенит в зависимости от силы. Может быть, я тогда начну тащить? А какой смысл, если там 5% тебе снимают ХПшку, и все, все, ты закончился. Чего 5%? А, снимают, в этом плане. Там до 5 этот. Ну, у меня не получается то с форса как-то добить особо. Ну, еще получается, раз киллы очень важны, то вызовы на дуэли супер важны, типа. Не, ну грифон с неуязвимостью вообще неадекватно. Вообще давать неуязвимость тупо герою в арене, где ты дерешься один на один, ну такое сомнительное решение с точки зрения геймдизайна. А там, короче, есть герой, у которого ульта триндемира, у которого ниже одного хп не опускается 8 секунд, по-моему, что ли. У Паладоса это, если что, просто спел 7 секунд можно сделать без смерти. Так, ну что, теперь я должен регенить как бешеный. Мне нужно с кем-то подраться. Срочно, срочно, ребята. Идите к центру карты как-нибудь там, я не знаю. Мне нужно с кем-то подраться. Если вот... китарик там такой тебя убивает. Через остров от портала хочу понять, насколько мой реген работает. Реген у меня, конечно, лютый получается. То есть у меня где-то 600 хп в секунду должен быть реген. У меня просто 5 предметов. Я хочу шестка сначала формануть. Мне всего 7000 надо. Лё. Блин, ночь кончилась. Я мифист. Блин, может кто-нибудь прийти с, рядом с порталом? Просто хочу подраться. А то вдруг форс. Сейчас игра кончится. А вот тут кто-то был. Иду. Ну сюда. Ты кто? Блин, тут кто-то был. Это этот. Около портала вроде. Давай, давай, я иду. Я просто тут этот отвлекся, тут чел какой-то был. Давай посмотрим, насколько как бы ты меня рубишь. Ты где? Я иду, иду, иду. Я с порталом. За тобой твой друг идет. Ну-ка. Не, реген, получается, не роляет, не тащит. Не, ну в смысле? Ты там регенишь? Вообще? Ну да, не, ну в смысле ты меня все равно победил, если... Нет, победил? Не, ну в смысле я бы тебя, наверное, победил бы и без регена, потому что не 5% прокнуло, а не прокнуло бы 5%, то регена было бы недостаточно. Ну не знаю, пока мало для оценки. И непонятно, блин, почему вот Т-шку я кастую и после этого стою, это надо, получается, вручную прокликивать, что ли? Да, да, сразу на еще, типа, через такой вот проект, либо вручную. Так, ну чё, с кем еще подраться-то? Кто тут хочет подраться? О, мой старый друг Грифон. Я чё-то, блин, такой слабый днём, вообще ужас. Я типа ночью сверхсильный, а днём очень слабый. Понятно. Блин, я просто надо, получается, не фармить, а ходить искать людей, потому что фармить мне смысла нет, у меня фулл слоты уже, вообще инком не нужен. Как бы не горько мне было произносить такие слова. А просто W использовать, чтобы прорубать себе коридор. Хотя, блин, они что не сдохнут. Ладно, пофиг. А, так получается, я W юзаю, и вы деньги получите с этого, ё-моё. Чему? Ну, я крипов не добиваю, а я продолжу тут айтем. У меня ваша атака золоченая бегает. У нее такая билка золотая. Забавно. Золотой, этот воин стал золотой. Ну, кстати, вот даже чел какое-то время держится под ударами, это, конечно, плюс этой карты. Он вроде не шарит особо, как играть. А, не возможно. Хотя, не знаю, даже не подписчик, это, наверное, рандом какой-то. Ой. Из Ирины, скорее всего, он-то, наверное, может играть не первый раз. Может быть. Ну, хоть раз-то я с боссом буду, блин, сражаться. Уже там скоро Шахтарик выиграет. Да, вот, я... да. 100 поинтов. Все, Шахтарик выиграл. Да, я не знаю, вот что мне сейчас делать-то. Я просто хожу и убиваю все, что движется. Мне кажется, я даже Женю сейчас смогу победить, скорее всего. Он около этого тайного короля. Легендарными предметами стоит. Ну я вот. Где ты, Вадим, есть? Пойдем подеремся. Я Ночь, тебе навстречу иду. А можно я кастую спойл? Ну я 4 Вадим, удара в секунду делаю, а шанс стана, по-моему, 50%, так что у меня, по идее. Сейчас я снова приду. Эй, я инвиз заюзал, алло! Блин, что-то инвиз вообще не сработал. Просто крыса на тус форсе. Ну я тут с ним сражался. В смысле, мы дрались, ты сзади пришел, Женя, ничего себе ты. Крыса вообще, я же сказал, что там шукитарик, значит,
Логично, что я тоже подтянусь к этой движу. Тут выиграет сейчас Тусфорс, ладно, мне надо добивать. А хотя выиграет. А три как ты выиграет. А что за неуяз-то, алло? Я и подумал, что все в этой карте, по идее, будут собирать неуяз, а, соответственно, тогда невидимость очень крутая будет. Ну, типа, просто ты спрятался в инвизе, пока кто-то с неуязом. А вот Женя тут, ё-моё. Чё моих крипов тут воруешь, слышь? Вадима на крипов. Всасывают меня, блин. Ну, кстати, реген у меня получается уже нормально. Ну почему? Ну дайте победить уже, ну что за фигня? Блин, да... О, дуэль! Найс, давай, побеждай, чё. Да я без пылов, типа, у меня КД. Да ему осталось 50 поинтов. Так что сейчас Виталик в любом случае выиграет. Блин, отстой. Вон, Химсу за меня болеет, красавчик. Где кто-нибудь-то вообще? Где враги? Ну, крипы все, вы мне не нужны, деньги не нужны. Блин, да что мне сейчас крипы убили? Ну, крипы тоже дают поинты вообще-то. Да я понимаю, но там же один поинт, да, или сколько? Ну, один за крипа. Ну, блин, за сильных крипов могли бы побольше давать. Ну, тогда игра быстрее бы закончилась. Ну, блин, да, поставить максимум поинты чуть больше там, я не знаю. О, я вижу врага! Я вижу врага! Юху! Так, здесь кто-то был. Кто же тут был? Блин, там гарпия сдохла. Вот, блин. А ему один поинт остался. Лох. Один поинт ровно. А, так у нас супер рядом мы по очкам были, лол. Так я поэтому и кричу, блин, потому что... Сколько раз Тусфорс пришел, забрал тебя, просто закрысил. Сколько раз крипы просто вас убивали. Ну что это? Я что-то вообще не понимаю. Женя, смотри, мы деремся с Тусфорсом. Если мы деремся с Тусфорсом, это не Тусфорс пришел как крыса, это мы один на один деремся, а ты со спины нападаешь. Да-да. Нормально вообще Тусфорса обидели. А, я понял свою ошибку. Здесь, наверное, нормально очков за элитных монстров дают. А я ни одного не убил. Ну да, Шкидарик их убивал. Я понял, тупо вот на самом деле самая большая ошибка в моей игре это то, что я не убивал элитных монстров. Ну еще и Тэшку я не юзал, получается. Если бы я юзал Тэшку, было бы получше, но блин, там на самом деле какая-то жесть вообще происходит. Очень сильно вот этот айтем, который 5% хп оставляет, мне кажется, он ломает геймплей. По сути, во-первых, всем автоатакерам его надо покупать, а во-вторых, ты супер зависишь от того, сработает это или нет. Снесешь ты 95% жизни человеку или нет, блин. Это очень кэдди. Но прикольно, что в этой карте очень многое завязано на регенерации. То есть, ну, как бы можно очень много регенить. Ну, по сути, я регенил где-то там 700-800 хп в секунду. Это, ну, так, существенно, в принципе. Кстати, возможно, возвратку надо было собрать. Да фиг пойми. Конечно. Тут вообще не очень понятно, есть ли смысл регена, потому что вот есть этот вот этот айтем, который ты сказал, а есть еще айтем, который был у меня и у Тусфорса. Который, то есть, если у тебя меньше 15% хп, ты умираешь. Ну, нет, ты убиваешь врага. А, ну, так да, его надо комбить, получается, с 5% айтемом, что ли? Да, да. Просто у тебя меньше 15%, все, следующий удар, ты умер. Лол, а я даже и не знал про него. Я на листочек выписал 4 айтема, 2 из них инкомных. Так что мой листочек не затащил. Не, ну в любом случае, карта, ну такая, кайфовая. Если, мне кажется, убрать длительные станы, вот эти всякие неуязвимости... 5% хп, ну как бы такие всякие темы, мне кажется, карта бы от этого только выиграла. Ну да, наконец-то нерфануть скелета. О, а скелет это чё? Действительно, ну допустим, рез мне ни разу не помог. То есть просто как меня убивали Шакитарик и Вадим, ну рез мне вот ничем не помог. Ну я просто по деньгам был богаче адски. Не, ну прикольно, кстати, герой Клейтон не просаживается особо вроде как. Ну, прикольно. Мне понравилось, что ходишь, инкомишь. Не понравилось, что получается, что я вот про боссов не подумал. Я как-то, когда думал про способы получения очков, понятное дело, когда ты там сидишь отстраненно, там что-то смотришь, ты понимаешь, блин, а есть же боссы, а можно что-то это. А тут я в процессе, лошадка бегает, надо еще кого-то убить. Я еще, ну, кстати, ну и получается, раньше мне надо было охотиться именно за людьми, смотреть на миникарту, варды там, я не знаю, расставить, может, лошадью, если это возможно. Ну,
такое, как бы, супер-мега ходит. Тут еще зависит, встретил, не встретил, как бы. То есть, по сути, если бы Женя под конец меньше бы встречал людей, а я больше, учитывая, что я убивал любого со спылами, ну, разве что вот ульта вот этой Энигмы. Ну, как бы, если бы я свой стан юзал бы нормально, тоже все было бы окей. Но меня бесит, что ты его юзаешь и стоишь потом, а там еще весь экран зеленый, ни черта не видно, блин. Вообще, очень удобный спел, конечно. Можно через shift, может, как-то его юзать. Ладно, прикольная карта, в любом случае, всем пока. Видео закончилось, пора просыпаться.